Новый губернатор с визитом на крупнейших предприятиях города. Вступив в должность, председатель облгосадминистрации Александр Пеклушенко сегодня посетил Мотор-Сич. Поскольку встречали Александра Пеклушенко в сборочном цехе, продемонстрировали гостю образцы авиатурбин, которые производит Мотор-Сич. Дабы обеспечить предприятию возможность работать еще успешней, следует внедрять программу развития авиастроения, уверен председатель облгосадминистрации. Мы должны вместе отстаивать прежде всего через бюджетный процесс, через государственные инвестиции и вливания комплексную программу развития авиастроения. Впрочем, несмотря на отсутствие подобных программ, Мотор-Сич работает вполне успешно. Деятельности предприятия Александр Пеклушенко дал высокую оценку. Оценивать можно по самому главному, по количеству рабочих мест, которые растут, по объемам и по энергетике, которая исходит от Вячеслава Александровича. Это, конечно, главная составляющая успеха Мотор-Сичи. Плюс я знаю, что удается Вячеславу Александровичу добиться в кабинете министров, что удается добиться в плане поддержки у президента Виктора Федоровича Януковича. Вячеслав Богуслаев, в свою очередь, уверен, оказать существенную поддержку предприятию председатель облгосадминистрации сможет, поскольку знает все проблемы региона, в том числе и Мотор-Сичи изнутри. Вот это очень важно, что он знает жизнь области не с кабинетно, так, не с какого-то даже кабинета директора завода, а знает жизнь области, потому что он масштабно ее представляет каждый день.